Я так устал на этих парах. Четыре Да, пары я еще. тоже. Четыре пары еще в субботу. Ты чё? Как Вообще, кто так-то? придумал вообще учиться в субботу? Да я не знаю, я бы нашел этого человека и убил бы. Давай поскорее Чё, домой пойдем. Я устал. чё, Стоп, что это? чё, чё за я яркие вспышки? Чё там так ярко? Ты слышишь это? Слышу. Что это? Это оповещение, походу. Да может опять это как сказать? На Учебное? случай. Может, да, может учебное. Я не знаю. Внимание. В 200 километрах от города долбануло ядерное оружие. В Шансов смысле? на выживание ноль. Чё? Что делать? Ты это слышал? Нет? Это Да. слышал? Тут Слушай. вроде рядом есть метро. Думаешь, там спрятаться? Первое время можно побежали. И раз быстро стемнело. Алло, это как так? Чё? Это что за дверь? Подожди. Метро закрыто. Метро закрыто. Что за дверь? Код какой-то. Где? Это там код. Походу метро. Это походу не учебное было, Макс. Что Все. делать? Слушай, это чё? Вот меня эта дверь смущает. Куда она ведет? Ее здесь Меня вроде раньше тоже. не было. Слушай, тут какая это записка? Где? Тут код. Опа. Ой, давай, Код. отойди. 5. О, открылось. Все, взлетаем. Это бункер. Чё за Слушай, сер... тут все старое. Смотри. Этому бункеру много лет. Смотри, тут все старое. Понял. Чё это за сервера? Ты видишь это? И они Я не работают. понимаю. Там... Подожди, а тут на всех дверях код? О! Одинаковый. А О, сейчас иди сюда. это туалет. Иди сюда. А! Смотри, что я нашел. Ё-моё! Этот Это бум... мои. Ты чё? Может это... Мы не знаем владельца этого бункера. Даже если не знаем, его больше не будет. Потому что его здесь нет. Вот именно. Ну-ка, что в сундуке? Подожди. Тут между раковиной и сундуком записочка. Вот от сундука. Костя! Тут походу... Смотри, что тут есть. Смотри, что тут. Ё-моё! Давай под греха подальше положи это просто туда. Хорошо. Уже У меня темно. есть, кстати, еще. У меня свое еще оружие есть. В... Кисараги. О, ну это-то понятно. Я так думаю, они нам больше не нужны, да? Я Из... знаю, куда их деть. Пошли. Всегда хотел так сделать. Ладно. Правильно. Все. Все. Слушай, но во всем городе отрубили электричество. Я, кстати, через эту дверь не слышал оповещения. Я тоже ничего не слышу. Кстати, тут есть электричество. Тут какой-то сейф, о, пустой и открытый. Тут есть. Зачем тут столько серверов? Не знаю. Хватит. Может, О! это бесперебойники? Слышишь? А. Какой-то фастик 5-5-5-5-5-5-5. Фастик, 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 фастик. Ух, ничего себе. Это же мой... Чё за логи? Может быть, это, так сказать, бесперебойники сети? Не знаю. Потому что во всем городе я отрубил электричество. О, тут есть еда. Макс, ты слышишь? Чё-то... Что? Чё-то как-то... Но даже через эту дверь. Чё-то... Чё так сильно ударило? Мне уши заглушило. Макс, чё с Я тобой... прилягу, мне плохо. Чё это сейчас так сильно долбануло? Походу, этот, как их называют? Вал... Волна удара. Ударная.
Волна дошла. 200 километров говорили. Что-то она долго шла. Ладно, давай ляжем спать. Может, на утро все будет хорошо. Хорошо. Прошло 20 лет, как Макс, мы здесь находимся. И у меня скопилось несколько вопросов. Вопрос. Почему мы не выходим с этого бункера? Потому что ты боишься. Я боюсь. А это никто ли... Как, ну, не ты ли это говорил? То что? Да может костюмы бракованные, может что-то там еще, может мутанты. Не, ну реально, ты посмотри на этот костюм. Весь оборванный, ты посмотри. Ты посмотри. Весь оборванный костюм. Я на улицу выйду, замерзну. А вдруг там ядерная зима еще? И второе. К бункеру за 20 лет не приблизилось ни одной живой души. Так ты же забрал записку с кодом. Они никак не могли зайти сюда. Так даже если зайти, ну даже возле бункера никого не было. А вдруг были? Может, они просто не видели. Мы же даже не знаем, что на улице сейчас происходит. Вдруг там завалило вообще, и мы не сможем выйти. Тогда, я думаю, надо выходить все-таки. Давай, бери противогаз, химический костюм. Вот. Я уже оделся. У меня противогаз имеется. Я возьму... У меня их даже два на случай, если что. Я возьму даже оружие. Я тоже взял с собой. Противогаз одет. Не использую раньше времени. Хорошо, хорошо. А то бензин кончится. Вроде бы все есть. Нам надо будет еще на всякий случай найти боеприпасы. Потому что вдруг какой-нибудь форс-мажор случится, а у нас закончится патрон. Ну что, ты готов? Да, ты первый. О, метро открыто. Или его кто-то выбил все-таки. Ё-моё. Тут опа, как в этот момент тут метро стояло. Ну-ка. Обалдеть. Тут походу кто-то пытался выжить и настроил дома. Да. О, смотри, это же стены не было. Походу тут люди разделились на гильдии. Кстати, иди сюда, смотри, это наш ход. Нифига себе, ну он не завален. Ну-ка, а если я попробую распилить пилой? Не надо, не надо. Что ждет там, я не знаю. Может сначала город исследуем наш. О, смотри. Смотри, что я нашел, иди сюда. Ну? Лучше обратно сделаю. Ладно. Тихо. Мне даже как-то это... Трудно поворачивать, у меня камера подлагивает. Это все наши дома. А почему? А где здесь дома? Они что ли настолько разрушены были, что их просто нету? Похоже. У меня камера лагает, походу тут радиационный фон большой еще. Угу. Я на всякий случай буду ходить так, мне страшно. Мне очень интересно. Дома эти могут вот-вот упасть. Это те, что... Это другой район немножко был. Я нашел канализацию. Канализацию? Чё, да. Уже замерз? Как пугаешь. Ты чё? Ладно. Обалдел, это сейчас бензопилой. Я тебя огнеметом подожгу. Так что давай. Ну-ка, чё тут у нас имеется? Тут... Это чё, интересно? Это... Может, банкомат? Она уже всё не работает. Она не работает. Так электричества нет, у нас бункер от перебойников питается. Без перебойников, вернее. Опа. Ё-моё. Что тут произошло?
Так вот, помнишь тот мощный удар? Им походу расхреначило все. О, я походу нашел, тут были люди. Походу. Хочешь прикол? Иди сюда. На яйцо в лоб. Спасибо. Еда. О, тут всякие обвалы. Тут обвалы всякие зданий. Тут вообще здание сломало полностью. Верхушки нету. Мне интересно, кто стену возвел. Да, вот то же самое. Интересно. Тут возведена большая стена, которую... Канализация открыта. Открыта канализация. Это-то ладно. Но тут вот стена, которую кто-то ведь возвел, так ведь? Да. И для чего ее сделали? Что тут за 20 лет произошло вообще? Ну, тут, походу, началась гражданская война. Ну, знаешь, в чем минус в этой гражданской войне, если она все-таки началась? Мы с тобой только вдвоем. Походу, все. Цивилизации нету. Может быть, люди все-таки есть. Потому что признаки на это есть. Может, но надо будет найти кого-нибудь. И главное, чтобы они были с хорошими намерениями. Да, а то вдруг мы найдем их, а они нас возьмут и втихую завалят. Угу. Слушай, а у тебя... Блин. Сейчас же это телефоны, как сказать, пейджеры не ловят. И телефоны, ты о чем? Ну, пейджер. Не знаешь, что такое? Это... Нет. У меня, помню, я в рюкзаке был этот. Блин, мы же рюкзаки в туалет смыли, а у меня там телефон этот, как его, флаевский был. Я их не смыл, я их спрятал под сервер один. Ну тогда ладно, потом придем домой. Здесь тоже забаррикадировано все. Не работает. Не работает оно. Давай дальше посмотрим. Что тут может еще быть? Ох, через эту листву... Хрен проберешься. Камера лагает, я вот не могу. Очень сильно подлагивает. Макс, тут что-то интересно. Макс! Макс, ты где? Макс. Куда опять ты пропал? Макс! Костя! А! Ты где? Макс! Макс, отзовись, ты где? Костя! Чё, ты где? Ты где? Макс! Иди сюда. Ты где? Я возле дома какого-то. Иди. К решеткам, которым жгли мы. Сейчас подойду. Я на обвалинах. Тут это,